чайка говорит, вот заяц. Хочу зайчика увидеть. Вот он уже показался. Вот он сидит. Сидит зайчик. Зайчик, привет, Арсюша! Позади мы оставили первый мост Санкт-Петербурга, а по левому борту нас встречает первая площадь города. Ее именуют Троицкой в честь Троицкого собора, что ранее стоял на этом месте. Во время революции собор был закрыт, позже разобран, но в качестве напоминания о тех временах, к 300-летию города, построили небольшую часовню, что сверкает на позолоченным куполом сквозь зелень деревьев. Площадь образовалась именно на этом месте не случайно, ведь тогда был разгар Северной войны. Людям было необходимо безопасное место для сборов, а площадь находилась как бы под защитой крепости. Здесь и проводились народные гулянки, классный военные смотры, да? Здесь праздновали победу в Северной войне, и здесь же Петру Первому торжественно...